Привет, земляне! Я Юрий Сатурмин, и вы на вашем любимом канале «Сельский чудо-ник» Юрия Сатурмина. Заглянем в наш улей с секретом. Посмотрим, что там происходит. Вот здесь за заставной у меня стоят рамки для хранения. Там была подкормка чуть-чуть. Уже там видно, ничего нету. Так, что тут? Вон, языки оттягивают. Это был отводочек. А сейчас можем заглянуть сверху, что там происходит. Вот, я давал соты с медом. Что-то еще там грызут. Я уже все съели, в принципе. Итак, заглянем сюда. Вот, наблюдаем напрыск. Работает так. Здесь пусто. Напрыск тоже. Расплод какой-то есть. Так, человек, конечно, можно. Так, дальше. Вот, рамочка с расплодом. Так, что дальше тут у нас? Тоже вот оттягивает. Но смотрю, большие ячейки. Надо ее поставить на край, наверное. То будет у нас трутневый расплод. Так, есть. Ну, маточка. Нет, сеет там вот однодневный, видно. Есть, нормально заполнит. Так, дальше что у нас? Здесь крайняя. Так себе. Еще не разогналась, наверное. Здесь вот напрос какой-то есть. Оп. Все. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями. А пока-пока. До следующих видео.